вышел трейлер новой украинской комедии с Зеленским. Лента «Я, ты, он, она» рассказывает историю супругов, которые прожили вместе 10 лет и решили развестись. Появился трейлер новой комедийной ленты «Я, ты, он, она» с Владимиром Зеленским в главной роли. Фильм рассказывает историю супругов, которые после 10 прожитых вместе лет решили развестись. В фильме также снялись Евгений Кошевой, Надя Дорофеева и Агни Грудите, а также Станислав Баклан, Тамара Яценко, Ольга Сумская и Сергей Бабкин. Трейлер появился на официальном YouTube-канале студии «Квартал 95». По сюжету, страсть супругов угасла, и они решили развестись. Однако судья решил дать им месяц на размышление, и муж с женой решили за это время позволить себе все, в чем отказывали за 10 лет брака. Ранее сообщалось, что появился новый трейлер фильма «Фаворитка» с Рэйчел Вайс и Эммой Стоун в главных ролях. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.